Кем? Давайте с экранов начнем. Значит, для того, чтобы, да, у нас предметный был разговор, и чтобы там друг другу время не отнимали, совершенно не нужно. Меня интересует два событийных факта. Факт первый. Иван Николаевич, мы все поняли, график присмотрели, 5 экранов в день. И второй факт. Если не ошибаюсь, сегодня 15-е у нас. Если не ошибаюсь, сегодня вторник, да? Или в обратной последовательности. Вторник, 15-е. Осталось изготовить 10 счетов. 4 счета со вчерашнего дня. Готовы установится погода. Понять, установится погода. У нас, слава богу, она сейчас нормальная. Сильно пытались снять последние оставшиеся, не получилось. Парусов 50 квадратных метров. Тогда событийный факт номер два. 15-е, вторник, 15-е. Сегодня вы должны закончить. А если 10 еще надо сделать, то как же вы сегодня закончите? Сегодня должны закончить. Значит, давайте так, я никакие сроки пересматривать не буду. Срок завершения вы знаете. Сегодня, я не знаю, там, веревки привязывайте. Но сегодня, чтобы с учетом первой и второй смены, чтобы у меня вся вот эта вот сторона стрижки была за дело. Я, конечно, могу сейчас послать шпиона, который мне расскажет фактически силу ветра. То есть я, конечно, могу этим делом позаниматься, но я вот такой херней заниматься не хочу. Нам тоже интересно посадить людей. Я понимаю, именно поэтому я и говорил, думайте, что мы делаем с графиком. Мы знаем, что у нас бывает ветер, бывает нет ветра, ну, как-то вот мне, в некотором смысле слова, хочется чувствовать себя уверенно. Хорошо? Спасибо. Так, каким? Хотел сказать, кто там бубнит, извини. Да-да. А поконкретней? Где оборудование стоит? Значит... Не, мне лучше не где стоит оборудование, а мне вот прямо лучше по захватке, которая у нас на сегодняшний день называется захватка 4, захватка 1. И, соответственно, захватка 6 по ядру. Значит, сейчас завтра мы сдаем 5 захватку по колонну. То делаем. Ну, 16-е хорошо принимается. А захватка 6 по ядру. Возвращаюсь. Я так понимаю, что вы хотите, чтобы я в несколько другой форме спросил, да, что я имею в виду? Да. В доступной? Да. Но здесь женщины сидят, я не могу. Можно. Подождите. За производство работы отвечает он, а не ты. Я же понимаю, что ты его организовываешь, но тем не менее. Ну так мы же отдали, при перекрытии мы отдали уже наш готовый. Я говорю про ядро. Отдали вот эту отдали мы шестую. А вторую часть? Если вы, насколько я помню, идете последовательно. Вторая часть сегодня к вечеру будет. Ну так вот, можно я услышу полностью развернутый ответ? Да, сегодня к вечеру будет готов. Сейчас там робот добивает и все. Ладно, понятно. Считай, что прямо будет готов. Хорошо, а про сверление? По сверлению вторая лодочная закладка до вечера будет готова. Ты записываешь? Да. Я так понимаю, что они в графике на самом деле, да, Дима? Так, а что тогда с твоей точки зрения у нас сегодня? Значит, Иван Николаевич, с точки зрения квадратного, соответственно, с графиком, тогда действительно пятую захватку вам же они передают 16 числа. Но на сегодняшний день там срезаны действительно все колонны, и все-таки понималось нами, что эта захватка будет передана последовательно. То есть хотелось бы, ну не хотелось бы, а так и должно быть, чтобы на сегодняшний день уже 50% было передано колонн для АМЖ, чтобы они могли приступить.
эти последовательные... Нет, я вообще по-другому ставлю вопросы, ставил вопрос. Меня интересует, что последний у нас появлялось не просто 50%, что у меня была пятая свободна, шестая свободна. И, соответственно, дальше последовательность под строймастер. Первая, вторая, третья, четвертая. Более того, есть опасение, что они, эта закладка и завтра она не будет готова на 100%, так что надо констатировать, что все-таки есть отставание у компании КЕС. Нет, ну завтра будут говорить. Не, завтра у нас, если придет, если завтра мы там поговорим неудачно, мне такие, знаете, как вам сказать, прогнозы сегодня на завтра не нужны. Ну, по моим прогнозам, завтра будет закончена. По моим прогнозам закончена. Значит, мы делаем так, чтобы и в вас вдохнуть уверенность, и в нас вдохнуть надежность. Я напоминаю, что мои договоренности с вашим руководителем, господином Ломоносовым, в совершении своем имели фиксирующую часть, равную 200 тысячам рублей за каждый день. Извините меня, сорванных против тех, которые указаны в графике. Так или нет? Да. Вот я очень бы не хотел, чтобы этот счетчик завтра включился. Доступно? Я понял. Очень хорошо. У кого-нибудь к экранам и к разборке есть вопросы? Я предлагаю по актам сдавать. Захват. Нет, подождите минутку. Насчет актов я просто не закончил еще. У нас вчера была комиссия. Я просил, во-первых, СДО посчитать мне один погонный метр по расценке. У меня тут много вопросов еще. Я в данном случае в производстве. На что? На один погонный метр, чтобы было понятно. Что, то есть, судя по вопросу, вы этого не сделали? Нет. Замечательно. Мы делаем все сейчас для страховки, я просто давала информацию, брала. Я еще раз тогда повторяю, для того, чтобы нам было понятно абсолютно, сколько нам на сегодняшний день придется, возможно, придется компенсировать по одному погонному метру, сверление это идет в счет Адели, в счет Акема, в силу тех решений, которые сам предложил Ломоносов. А меня интересуют еще обжимные муфты, которые господин Абаков, соответственно, и Загвазин должны получить. Значит, Светлана, знаете как, сутки у нас пролетели на то, что мы там разбираться, что ли, будем сегодня? Тогда я не поняла вопрос. Я считала, что все это необходимо посчитать для страховки. В чем есть страховка? Для страховки, само собой, для компенсации подрядчиков. Нет. Ну, мне что теперь, я не понимаю. Я подошла, вчера он мне никаких данных не дал. Они совместно составляют с Акемой. Извините меня, нафиг не нужны, кто там что совместно составляет. Я просил посчитать стоимость одного погонного метра. Поняли, что на каждую конструкцию мы составляем А чем у нас отличается конструкция одна от другой? Да полы. Ну там разное количество стержней и все. Ну замечательно, сделайте мне один погонный метр. А мы там дальше, знаете, как интерполяцию можно делать любую. Так, понял. Значит, господа, Гурский, соответственно, и Рязанцев. Мне, честно сказать, уже не очень интересно, там, знаете, как адаптивно излагать с русского на русский. У вас времени до 2 часов всего. Если я еще раз услышу, что кто-то там что-то должен был сделать и не сделал, я вот к обоим обращаюсь, нафиг мне это нужно? Вы что тут сидите? Приглашенные представители, что ли? Это одна и та же работа. И для страховки, и для наших взаиморасчетов, Светлана Владимировна. Я ездила. Если мне что-то надо объяснить, почему я это считаю, на здоровье. Или вы считаете, что они бесплатно будут ставить обжимные муфты? Ну, я тоже так думаю. Так может, не меня лучше тогда спросить, а... Более точная конкретика, именно сколько необходимо денег для этого, когда уже будет готово... А что мы сделали, чтобы получить условно эту информацию? Я сегодня передал в финансовый отдел стоимость муфт обжимных и стоимость аренды станка. Так, 2 часа. Теперь, что касается проектных решений. Насколько я понимаю, у нас все решения практически есть сегодня. У нас решение, значит, мы последовательно по захвату идем за строителем, обеспечить работу. Значит, мы выдали в электронке, значит, 5-ю захватку стороны полона и отправили в КТГ. КТГ на сегодняшний день этих реакций никакой нет. Нет, подождите. Я не очень понимаю. Но проектное решение, вот еще раз повторяю, нет согласования по тем решениям, которые приняты. Это несколько разных вещей. Но проектное решение именно концептуально они приняты. Прописано, написано в журнале надзора. Но для этого строительство на рабочей документации.
Рабочую документацию мы разрабатываем. Практически пошагово. Ну и замечательно. А где у нас зайцы? Последний вопрос, пока я звоню Зайцеву. Михалыч, ты мне, пожалуйста. Я не собираюсь вообще. Ты кому звонишь? Давайте, Зайцеву. Ответ ваш по поводу огневых испытаний, письмо и все остальное, то, о чем мы говорим. Да, он подготовлен, есть ответ. Я сегодня был в Госгострадзоре. Мы им передадим его вместе с актом, с предписанием выполнения. Их устраивают все? Да, устраивают. Замечательно. Сами себе тут нервотрепки устраиваем. Хорошо. Что тогда по ядру непонятно еще? Возвращаясь или завершая связанную с Акимом работу. Так, понятно. Загвоздин, Виталий, слушаю. У нас все в работе. В колонном приняли. Значит, с сегодняшнего дня начинаем, значит, обжимать заготовки и сдадим их в лабораторию по установленному регламенту. Все остальное по протоколу, все в работе. Замечательно. Значит, и АМЖ, и строймастер официально под камеру даю разрешение. Если кто-то не выдает какое-то решение или какой-то расчет, или вот просто как-то неоперативно реагирует на те сроки, которые указаны в общем графике. Кстати, в Тернах передали, вы еще раз спрашиваю? Электронной версии передали. А почему в подписку не передали? Технически не можем. Заявка сделана, не работает оптимально. Так вот, если условно кто-то что-то как-то для себя плохо понимает или недостаточно проникся, Кардашев, кстати, тоже относится, мы сейчас поговорим. Ты, пожалуйста, позвони своим без 15 часов сюда всех. Я хочу закончить вчерашний разговор по месячному заключению договора. Всех, пока на обед не ушли. Значит, разрешаю оформлять акты на простое. Компенсация этих актов будет в счет тех, кто у нас хреново на что-то реагирует. Доступно изложим? Очень хорошо. Так, слушаю, Сергей. Значит, у нас в графике стоит с вами начало работ по ядру 14 число, это было вчера. 14 числа непосредственно к монтажу арматуры в конструкцию мы не приступили, поскольку мы не приняли от генподрядчика отверстие. Я это готов зафиксировать актом. Фиксируйте. А почему? Это первый момент. Отверстие не подготовленное. Почему? Задача. Дмитрий. Так, нет в достаточном количестве оборудования, которое соответствует технологии. Сегодня... О каком оборудовании мы говорим? Ну, там технологии Хилти, прописана методика и инструменты, при помощи которых мы прощаем. Ты про сверление сейчас говоришь? Или про продувку ответственности? Про обработку, да, про обработку. То есть своими силами уже занимаемся продувкой. У нас все получилось в силу тех решений, которые вчера принимали, Михаил? Конечно. Вчера все было готово. Да, и уже в работе. То есть сегодня до конца дня эта торцевая стена будет там. А почему Тюрин не позвонил Георгию Константиновичу, не взял состав эпоксидного клея? Почему мне сегодня пришлось еще раз звонить, проверять, передавать это все Гурскому? Ну, как прислал, сразу было высылано. Так он прислал после того, как я ему позвонил. Повтором. Я просто не знал, как. Ну, я разве этот вопрос вам адресую? Касаемо. Я просто сейчас, секунду. Я просто тогда еще раз напоминаю, Дмитрий. Мало того, что нам известен состав эпоксида, я сейчас говорю про влажные и мокрые поверхности. Они еще готовы оказать нам участие в рецептуре и в приготовлении. А поскольку определенные краткосрочные действия имеют этот состав, они готовы научить специалистов, которые будут этот состав готовить сами. Я это вчера Тюрину все сказал. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, что за нами только отверстие. За вами только отверстие. Только давайте так, чтобы мне там этим трансформация идеи не продолжать дальше по строймастеру и по АМЖ. Кто ставить будет стержень? На ниже? Стержни ставим мы. На Хилти, который, соответственно, по технологии. Я сейчас говорю про эпоксидный состав, который у нас. Не в курсе, хорошо. Я поэтому генподрядчику и обращаюсь.
Ты-то понимаешь, о чем я говорю или нет? Или тоже объясни? Какой вяжущий используется для установки стержней для следовательной ответственности? Арматурный стержень. Клей Хилти. Замечательно. Состав клея Хилти по той рецептуре, которая подбирает сегодня Инремстрой. Или сервис какой-то. Я составом не знаю, но клей готовый покупается. А вы уверены, что он готовым клеем используется? Что не добавляется ничего больше? Я сейчас просто не хочу повторять второй раз то, что мы вчера проговаривали с тюрьмой. В документации ничего не указано на эту тему. О приготовлении клея посрочных условий. Его не надо готовить. У нас сегодня Хилти, тот в составе, в котором идет, который, о котором мы сегодня говорите, он на влажной поверхности идет, или надо сушить? Если готовый состав клея, нам перед. А я вот как раз об этом и говорю. Нет, а я вот как раз об этом и говорю, Дим. С Индремстроем, с Интремстроем определяйтесь, еще раз повторяю, я с руководителем разговаривал вчера, разговаривал сегодня, тот состав, который он передал Гурский, это как раз вот то, о чем идет разговор сейчас. Еще раз повторяю, весь состав, который сегодня имеет полную адаптацию к нашим условиям, они готовы приготовить. Раз, два, три, сколько нужно будет для того, чтобы научились наши специалисты. Наши и, соответственно, вот подрядные специалисты. Прошу прощения, Владимир Игоревич, вы согласовали с проектировщиками этот состав клея? Он у вас используется, Владимир Игоревич, на 65-м этаже и на 66-м этаже. Почему я про Интремстрой говорю? Именно поэтому. В согласованном виде, в полностью согласованном виде. Вы процентовки, между прочим, на это подписываете. Уже не первый месяц. А методика установки арматурных стержней, как вы знаете, абсолютно аналогична. И вот именно ее в свое время согласовал Травушек и привел. Второй вопрос у меня, соответственно. Для того, чтобы я предоставил сметный отдел... Ты меня извини, пожалуйста, но я что-то самый умный, что ли, не пойму? Замечательно. За это, конечно, отдельное спасибо, только тогда ты в некотором смысле слова задержись после совещания. Я тогда тоже тут корреляцию буду делать. Или давай дождемся лучше Тюрина. Ты здесь ни при чем, прямо скажем. А под раздачу мне как-то неохота выдавать. Извини. Второй вопрос. Для того, чтобы я предоставил сметному отделу смету по работам по возведению 67-го этажа, мне нужно, необходим получить проект с отметкой производства работ. Ввиду озвученного вами выше, можно рассмотреть вариант стоимости погонного метра. Мне предлагаю еще раз повторить то, что я сказал уже. Я просто озвучиваю это вслух. Ну хорошо, я наверное, про себя это озвучу. То есть принимаем методологию согласования метров погонного. Да, конструктивного элемента. Колонна отдельно, стена отдельно. А проекты есть у нас, то, что выделено, это согласование, оттуда можно погонный метр выделить. Конечно, можно. Мы это, во-первых, подрядчику все это в электронке, мы всем разослали. Электронки тут у всех есть. С отметкой в производство работ. А для этого у нас есть Гурский? Который в последнее время как-то у нас там вышел, условно, из зоны внимания. И третий вопрос, это по уху. По уху? Не по уху, а по ушам тогда, наверное. У нас, слава богу, два. По ушам. Решение. Так, Дима. Мне, конечно, совсем не в лом приглашать ТТГ на совещание. То есть, знаешь, я могу даже лично за тобой сходить, позвать тебя. Добром это, правда, не кончится в силу вчерашней переписки. Иван Николаевич, решение по УКУ проверили, там сегодня с комментариями перед этим принцип правил. Там незначительный комментарий просто. Записываем протокол. А что касается решения по арматурным стержням? То же самое, все правильно. Мы можем сами для себя сделать выше, там, в принципе, все нормально, только апрометическая часть идет. Ну, там есть небольшая корректировка, но она там буквально значительно несколько пудла. Ну, вот хорошо, надо тогда до конца все это дело решить сегодня с Ириной Георгиевной. И отдать им в оформленном виде. Хорошо. Записано. Соответственно, с Рязанцева, с Гурским, делают некоторые выводы для себя на предмет расчета метра. Если
Зайцев сегодня сказал то, что сказал. Начинаем считать. Хорошо. Что касается исполнения документации Ирины Георгиевны по МЖ. Извините, Нина Валерьевна. В процессе. Еще результаты. Я не думаю, что будет ближайший. Ну и хорошо, не торопимся, значит. Не, там не торопимся, но там быстрее не прыгнешь. Да меня устраивает, еще раз повторяю. Там дальше процесс прошел и все в работе. Хорошо. Я про подписки Проилова повторять не буду сегодня. Я Спивак уже все сказал. Мы сегодня с ним связывались еще раз. Сейчас Спивак после обеда еще будет звонить. Ну, я со Спиваком говорил, поэтому я просто протокол не хочу включать. Так, по подъемнику все в силе? Значит, протокол оставляем на постоянный контроль, то, что идет по ФРД, на акты фиксации по арматуре Бурске. Так, по бытовым помещениям, Дима, я тебя пытать не буду, это мне расскажет господин Тюрин. Так, последний вопрос, Ардаша, договор по Адели. Вчерашнее вечернее решение. Срок. Срок подписания договора. Вань, у тебя русский язык, у тебя родной вообще, нет? Я просто думал... Или у тебя адаптивная форма восприятия с третьей попытки? Ориентировочно пятница. То есть это максимально сжатые сроки. Срок, который я вчера слышал. Да. Нет, не пятница. Сегодня напоминаю вторник, вчера был понедельник. О-о-о-о. Да, готовность договора. Кто-то мне говорил про снятые замечания сегодня. Последние, которые остались по обобщению, до четверга, насколько я помню. Из трех договоров сделать один. С учетом тех решений, которые были вчера. Вот я не очень понимаю, о чем ты. Так смотришь на меня удивленно. Еще нету подписанного калькуляции и технического задания. Готов послушать про калькуляцию и про техническое сегодня, задание? Вот здесь задолженность за АТЕМ. АТЕМ сегодня мне обещал утром сбросить. Вон он сидит. Еще пока, ну, для участвующих в совещании напоминаю, что время 12:45. Совершенно верно. Не утро даже, а обед. Совершенно. И? Сейчас после совещания... А что ты молчишь, тогда сидишь вот здесь на совещании? Если ты говорил с утром. Язык жестов у нас воспринимается хреново, у нас лучше на словах. Решает это Роман, и, соответственно, его здесь нету. Какого Романа здесь нет? Адель Роман. А это кто? Пусть не Роман, но это Шадель. А он закончил, уже выступил, уже все сказал. Ты сидишь здесь, тупо улыбаешься, Ванечка. Ну, хорошо, мы сейчас продолжим. Я понимаю, почему нас... Решает вопросы. А ты здесь помнишь, да, паспорт человека, левый пассажир, помнишь так, как расшифровывается в нашем корпоративном формуляре? Помнишь, нет? Не помнишь, тебе дать прочитать паспорт человека? Ты для чего ты сидишь-то? Контролируешь? Нет. Процесс развития человеческой структуры? А для чего? Результат. И где он? Просто для тех, кто не присутствовал вчера на совещании, я господину Ардашеву вчера рассказал, что у нас процесс производства работ, который должен закончиться 21-го, происходит быстрее, чем процесс согласования договора. Так или не так, Мэн? В данном конкретном случае так, но потому что нет исходных данных для заключения договора. Ну, я понимаю. А ты у нас директор. Предприятие номер 16 по изготовлению дамских зонтиков. Правильно понимаю? Складных и нераскладных. Сдвижных и раздвижных. Ну, судя по подходу. Готовьтесь, молодой человек, к разговору сейчас. Есть вопросы, нет?
Все, всем спасибо.